В Шымкенте 12 строительных компаний подозревают в предоставлении недостоверных документов для тендеров. По данным антикоррупционной службы, они завышали свои показатели, указывая внушительный опыт работы. Автоматизированная рейтингово-бальная система на сайте госзакупок не распознала обман. Выяснить это удалось, когда проверили опыт работы у всех строительных компаний мегаполиса. Так выявили недобросовестных участников, которые выиграли тендеры на 21 миллиард тенге, сказал исполняющий обязанности первого заместителя руководителя ведомства Алексей Колосков. Они предоставляли фиктивную документацию об выполненных работах. Сейчас этот вопрос рассматривается центральным аппаратом и уже Министерство финансов как орган разработчик НПА правового акта. Будут туда внесены соответствующие предложения для изменения ситуации.